Редкая находка последних 25 лет. Могилевские поисковики в Быховском районе на Лучицкой высоте отыскали место гибели советского легкого танка Т-70. Это техника периода Второй мировой войны. Благодаря архивным документам известно, ожесточенный бой с немецко-фашистскими захватчиками на Лучицкой высоте произошел ровно 75 лет назад, 2 марта 1944 года. Согласно сводке того времени, танк был сожжен. И вот поисковая разведка установила точное местонахождение фрагментов советского танка. «Цветные пятницы» о том, как земля хранит память. На мемориалах, на постаментах только в Градусском районе в Езерищах установлен. Больше у нас нету такой нигде. Ну и здесь вот фрагментарно обнаружены эти части. Т-70, он небольшой, использовался в разведывательных батальонах. Экипаж 2 человека, вес 10 тонн. Вот этот танк был одним из таких попаданий, выстрелом подбит и, видимо, взорвался.